кинем. Нет, я вас не уничтожил. Слушайте, что ли, ребятушки. Я думал, я вас уничтожу. Так, а вот едет удар грома, чувак, босс. Но мы его сейчас здесь вот будем щелкать. Сейчас он сюда подъедет. Ух ты, ух ты, ух ты, тихо-тихо, подъезжай лучше. О, смотри, как он прожарился, вообще конкретно. Замечательно, мы его, ребятушки, прожарили. Да-дуда-дуда, да-дуда-плей. Всем привет, дорогие друзья. Давайте, вы на канале Дудаплей, мы играем в Hills of Steel, танки. Давайте попробуем открыть сегодня сундучки. У нас есть 3 сундука. И посмотрим, что там есть. Баллиста. Так, улучшение. Дальше. Может, вдруг нам выпадет какой-нибудь новый танк. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк это видео, чтобы нам открылся новенький танк. Так, смотрим. Нет, танк не открылся. Открылась баллиста. Удар Феникс немножко улучшился. Ну ладно. Давайте я предлагаю пройти в классический. Схватка с боссом, да. Тут у нас что, танки какие? Так, усилитель можно улучшить, 25 монет стоит. Давайте улучшим. Хотя я ему особо не пользуюсь, по правде. Маленьким вот этим. Так, ладно. А, можно баллисту улучшить, но мы ее потом улучшим. Ладно, поехали. Поехали на нашем большом титане. Ага, зимний вариант у нас, да, ребята? Так, хорошо. Ну, здесь, в принципе, неплохое такое место. Ну, смотря, какие танки будут. Так, раз удар, два удар, три удар. Есть, уничтожили. Не знаю, получится ли у меня проехать. Сейчас, если я включу. Да-да-да-да-да-да, давай. Надо, ребята, вот так вот снизу стрелять. Тихо-тихо, какой ты активный, а? На, получай, отдыхай. Я надеюсь, 4000 заработать. До 4000 догнать монеток. Так, вниз спускаемся. Сейчас будем отсюда вас стрелять. Раз. А, мимо. Готов. Попадание. Еще пару раз. И все. Есть, уничтожили. Да, и он меня не ранил, прикинь. Как замечательно. Так, бомбардир. Кнут. Давайте. Его пощелкаем. О, на, получай. Твои бомбочки будут отлетать как раз. Хорошо. Готов. Так, первый вертолетчик. Гонец ада. Ё-моё. Тихо-тихо-тихо. Давай тебе отсюда буду стрелять. Сейчас он подъедет. Раз. Тихо-тихо. Два. Мимо. Есть попадание. Еще раз. Все готово. Ну, это, в принципе, легкий был вертолетчик. Следующий. А, бомбардир. Вот этот опасный. Вот это опасно, ребята, бомбардир. Он кидает свои ракеты. Раз. Два. Так, еще пару раз. Пару ударов ему нанести. Так, он далеко не отлетает, гад. Смотри, хитрый, а. Денег не хочет мне дать, а. Жадина такая. Лазерная пасть. Ах ты, гад. Вот этот опасный. Сейчас, я не знаю, доедет он, не доедет. Но сейчас будет стрелять. Ой, в хорошем месте стоит. Уничтожили мы его. Прям хорошо стоял. Очень хорошо, ребята. Ой, на повтор пошли. На повтор пошли потихонечку. Те самые танки. Так, тихо. Это мне надо заезжать. Ой, как плохо. Нет, все. Подранил меня немножко. Мне нужно залечиться будет. Сколько у меня там? Ладно, сейчас мы подъедем сюда. Так, этот будет стрелять своими ракетами вонючими. На, получай. Ой, прям меня, а? Да. Надо быстро подлечиться, пока есть такая возможность. Легион. О-о-о. Вот этот танк будет вонючка. Вот, прям в меня стреляет. Смотри, как я стою. Надо уезжать отсюда. Надо отсюда уезжать куда-нибудь. Так, и здесь я его не могу, смотри, вдеть. Раз. Два. Три. Еще один ударчик. Готов, ребят. Хорошо, прям таки. 3800 уже заработали. Вот неплохо вообще. Кнут. Так, у нас уже и здоровье.
здоровьем слабенькое. Ладно, будем по возможности стараться уходить от его бомбочек. Тихо, тихо, тихо. На, получай последний удар. 3900, ребят, почти что 4000. Так, вертолетчики пошли. Ну, я не знаю, этого я уничтожу вертолетчика, а вот следующий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой он. Как нехорошо он меня пощелкал, ребята. На, удар есть один. Второй, ой, хорошо попал. Ой, попал хорошо. Ой-ой-ой-ой, на. Еще-еще, не отлетай. Есть, уничтожили. Вот, а следующий вертолетчик, не знаю, смогу я его осилить или нет. Ну, попробуем. Попробуем, раз, два. Тихо-тихо-тихо-тихо, нехорошо-нехорошо. О, мимо, вонючка. Так, сколько же тебя еще стрелять-то, алло. Ай-я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 й, все. Еще бы один удар тебя. А-а-а, как? Чем? Чем он меня уничтожил? Он уже стреляет, он уже кидать начал уже. Ё-моё. Да, ребята, посмотрим, сколько монет нам дадут. В прошлый раз 700 было. Да, 780, в принципе, точно так же, как мы в прошлый раз играли. Ну что ж, 4000 монет уже есть, хорошо. 4, 5, 6, 7, еще 3000 надо, чтобы открыть Луну. Я хочу Луну открыть, не знаю, получится ли открыть Луну, не открывая это патруль джунглей, потому что джунгли, они достаточно сложные. Давайте дальше продолжим в зимнюю войну и выберем танк Феникс. Фениксом. Вот такой вот у нас Феникс. Кстати, ему тоже можно взять лечилку. Ладно. О, первый танк пошел. Так, этого мы щелкнули. Так, ух ты. Давайте вам, ребята, вам не нужен огонек прикурить. Вы не курите? Случайно. Нате вот, прикурите. Хорошо, готово. Ой, сколько вас уже пошло. У меня огня на всех хватит. У меня огнемет мощный. Ух ты, а он хорошо далеко бьет. Огонь, кстати. Так, здесь будут танки, нет? Да, вот они, два танка. Даже три. Давайте мы ракеты кинем в них. Нет? Я вас не уничтожил? Слушайте, что ли, ребятушки. Я думал, я вас уничтожу. Так, а вот едет удар грома, чувак, босс. Но мы его сейчас здесь вот будем щелкать. Сейчас он сюда подъедет. Ух ты, ух ты, ух ты, тихо-тихо, подъезжай лучше. О, смотри, как он прожарился, вообще конкретно. Замечательно. Мы его, ребятушки, прожарили. Так, все, подлечились. Едем дальше. Кто у нас здесь? Никого. А, вот, вот едут. Едут, чуваки. Сейчас мы его огнем жарить. Так, один готов. И второй. А как он так взорвался, не знаю. Я вроде бы его не жарил. Так, неплохо. Никого нет. Ладно, поехали дальше. О, чувак, тихо. Давай, есть. Огонь, кстати, мне кажется, дальше стал бить. Потому что раньше не так было. Или мне так кажется, ребят, напишите в комментарии, как. Так же огонь? Струя огня такая же длинная? Или у него длиннее стало немножко? Прикольно было бы, чтобы длиннее становилась струя. Ну и более такая с напалмом. Есть, готово. Так, этот, вот от этого нужно отъехать сюда. Сейчас вот здесь встанем. Все, поджарили. На, держи. Огонек. Огонек, огонек. Так, сколько у вас? Трое всего лишь. А, вот еще четвертый стоял здесь, прятался. Нормально, быстро я гашу. Вроде бы как. Ё-моё, надо вам бомбочек спустить. Бомбочки у меня были. Да хватит уже стрелять меня. На, поджарься, поджарься. Все. Есть, готово. Босс следующий. Бомбардир. Армада. Угу. Который большими бомбами стреляет. Ага. Так, а ну-ка я... А, нет, небольшими, это маленькими. О, этот опасный. Опасный тип. Все.
Все. Уничтожен. Так, а того 400. Почти что 4200 у нас, ребята. Денежек. Прям неплохо таки. Так, этих сейчас поджарим. Так, а вот этих можно ракетками щелкнуть. О! Так, достает мне жаровня моя на вас или нет? Не знаю. Так, на этого навряд ли достанет. Подождем, пусть подъедет. Вот огонек. А как этого сейчас замочить, я не знаю. Не, не достает огонь. Давайте немножко отъедем, он сейчас будет спускаться. Сейчас поднимется к нам. Ой, сейчас к нам будет подниматься, чувак. Он поднимается? Нет! У него либо мотор слабый до такой степени, что он поднимается. А, тут двое даже, смотри. Дурачки, двое не могли подняться на холмик такой небольшой. Так, на тебе, жарься. Готов. Так, вот этот чувак едет. Надо вот так встать. Пока он будет подниматься, он зажарится у меня. Так, два танка сейчас уничтожим. Ой-ой-ой-ой, монетки. Классно, классно. Мне как раз нужны денежки. Сейчас этих будем поджаривать. Готов. Второй готов. Так, и этого сейчас щелкнем. Заберем монетки. Итого у нас уже 4200. Да, таким макаром потихонечку мы с вами, ребята, заработаем и откроем новую карту. О, сколько вас тут много. Держите огня, огня, огня побольше. Феникс, давай, давай, жарь. Ух ты, это, смотри, стреляет, гаденыш. Да, тут меня и расщелкнут. Да, так я и думал, ребята. Сколько заработали денег, сейчас посмотрим. А, 132 монетки. Ну, мало, но, в принципе, неплохо. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Передавайте приветы. Всем пока-пока.